И к другим темам. Печальная статистика. 28 человек погибли с начала купального сезона в регионе. Последняя трагедия в субботу. 40-летний мужчина утонул в Стрелецком озере в городе Курске. ЧП произошло в 14:30. На место происшествия прибыли полицейские, медики и водолазы. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Стоит отметить, что популярное у многих курян Стрелецкое озеро не оборудовано должным образом. Официального пляжа здесь нет. За период купального сезона погибло 28 человек. В основном вся гибель происходит в необорудованных местах. И, к большому сожалению, люди, 90% всех людей, которые погибли, находились в состоянии алкогольного опьянения. Последний месяц лета начался с череды несчастных случаев на воде. Трагедия на Стрелецком озере стала пятой за последние несколько дней. 1 августа в регионе утонули 4 человека. Усилены мероприятия по контролю за нахождением людей на водных объектах. В усиленном режиме работают оперативные группы как муниципальных образований, так и надзорных подразделений ГИМС и АСС. Спасатели предупреждают: будьте внимательны на водоемах, не оставляйте детей без присмотра. Купайтесь только в специально оборудованных местах. В случае чрезвычайного происшествия звоните по единому номеру 112. Станислав Костиков при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.